43 нелегальных мигранта обнаружены в ходе рейда. По информации МВД по Астраханской области, проверка проводилась в частном секторе по улице Плещеева. Многие дома на этой территории официально расселены и подлежат сносу. Этим спешат воспользоваться некоторые граждане. В основном это иностранцы или жители соседних республик. Как правило, они приезжают сюда на заработки. В ходе проверки в поле зрения полицейских оказались граждане Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Азербайджана. Все они находились на территории региона без соответствующей регистрации. Нарушители понесут административное наказание. Трое иностранцев не имели никаких документов. Они переданы сотрудникам регионального управления Федеральной миграционной службы. Кроме того, выявлены другие нарушения. Нелегальные квартиранты нередко самовольно подключаются к коммунальным сетям.